Привет, друзья! С вами Роман, и вы на канале Кефир. В прошлом видео я сделал обалденный шашлык и чатни из крыжовника. У нас немножко осталось шашлыка. Не выбрасывать же жалко, ну и холодный есть, и не очень вкусно. Поэтому сегодня покажу вам, что можно с этим сделать, а именно приготовить салат Ташкент. Погнали! Что нам нужно для начала? Берем дайкон и чистим его. Да, в этом салате очень хорошо заходит еще наша обычная зеленая редька. Для салата я, наверное, возьму два дайкончика. У нас такого среднего размера. Так, дайкон почистили. И надо нам порезать его тоненькой соломочкой. Теперь займемся приготовлением соуса. Для этого нам нужно белки от желтков отделить. Желтками сделаем соус. Делается соус элементарно. Чуть желтков, 2 щепотки соли. Размелили желтки и добавляем сметанки. Сметанка средней жирности. Теперь наша задача добавить соус нашему дайкону и хорошенько все перемешать. Здесь очень классно будет чувствоваться кислинка. Берем половинку лимона и выдавливаем с нее сок. Теперь самое время порезать наше мяско. Пожарили шашлычок. Шашлычок просто сочнейший, обалденный. Так, мяско мы порезали. Пора приступить к сервировочке. Вообще, салат Ташкент — история такая порционная. Но мы на даче, нас много. 12 порций мне наделать будет крайне сложно, да и долго. Поэтому мы что делаем? Мы делаем одну большую, колхозную, дачную, но не менее вкусную и красивую порцию. В центр наш дайкон. Стараемся не проронить ни капли. Берем наше мяско. Отличие нашего салата от ресторанных, что у нас реально много вкусного, свежего мяса. Так, что нам потребуется дальше? Дальше нам нужно немножко поджарить лучок в масле. Все, плита разогревается, я быстренько потру наш белочек. Будем жарить с вами лук. Готов поспорить, такой салатик вы еще не пробовали. И пока дожаривается наш последний лук, берем помидорки черри, режем пополам и украшаем наш салат. Опа, опа. Пока немножко солим. У нас мясо соленое. И чуть-чуть лимонного сока. Хочу сначала попробовать все вместе. С редисочкой, с мясом, с лучком. Друзья, салат реально очень-очень вкусный. Делайте свежий дайкончик, обалденный. Вот этот вот тоненький вкус со сметанкой свежей, шашлычок, лучок. Ни одного такого вкусного салата я еще не ел. Самое главное, разнообразить можно свое меню на даче, на природе. Это прям очень-очень-очень классно. Рекомендую. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии. Всем заранее спасибо за поддержку. Меня зовут Роман. Всем пока!